Вначале несколько слов об этом прекрасном государстве. Дело в том, что у государства Израиль существует несколько принципиальных, важных и при этом нерешаемых в существующей парадигме проблем. Первая проблема – это территория. Площадь Израиля около 21 тысячи квадратных километров, что составляет меньше площади любой украинской области при населении 8,5 миллионов. Это достаточно большая плотность населения. Кроме того, из этой территории порядка 60% – это пустыня, а остальное – каменистая почва, что само по себе очень сильно влияет на перенаселенность в городах и в тех местах, где климат благоприятствует человеческой жизни. О климате. Климат очень жаркий, и все телесные насаждения, которые пытаются культивировать в Израиле, они почти каждое лето горят, и этот процесс он бесконечно возобновляем. Третье – это экология. Дело в том, что промышленные выбросы, отходы жизнедеятельности городов создают серьезные экологические проблемы для Израиля при ограниченности, куда девать эти отходы, существующей ограниченности. Третье – это исчерпаемость ресурсов, конечность ресурсов на этой земле. Следующая важная проблема – это окружение Израиля. 8,5-миллионный Израиль, из которых 6,5 миллионов евреев, окружает более 100 миллионов человек, живущих в окружающих странах, арабских странах, мусульманских странах. И это что в прошлом, что сегодня, что в будущем задает определенный риск агрессии с их стороны на Израиль. И последняя проблема в этом ряду, которую бы я выделил, это спорность территорий Израиля. Из 21 тысячи квадратных километров территории Израиля нужно прибавить почти 6 тысяч километров спорных территорий, из-за которых идут войны, осуществляется агрессия. Это Голанские высоты, западный берег реки Иордан, сектор Газа, восточный Иерусалим. Так вот, все эти проблемы, о которых я сказал, и другие также, но это самое важное, создают некоторую конечность, возможность для развития государства Израиль в будущей перспективе. Все вы помните и знаете статью, высказывание Киссинджера о том, что спустя десятилетия Израиль прекратит свое существование из-за ряда нерешаемых проблем, в том числе те, о которых я вам говорил. Так вот, по моему мнению, и не только по моему, для Мединат Израиль должна существовать принципиально иное, я бы сказал, квантово-подобное решение для возможности перехода к устойчивому развитию как территории, как населения на следующие 200-300 лет. Именно эта возможность являлась одной из целей моих визитов в Израиль. Но все описываемые вами проблемы в Израиле, они будут касаться в основном ведь молодежи, то есть подрастающего поколения. И вопрос, тем более вы вначале упомянули, что лекции читали в университетах, вопрос, ситуация с молодежью, сейчас молодым поколением. Именно эти проблемы больше всего и коснутся или отзовутся на молодом поколении Израиля. Сегодня каждый год порядка 60 тысяч человек в Израиле оканчивают высшие учебные заведения. Всего в Израиле сегодня порядка 500 тысяч, полмиллиона молодых людей в возрасте до 30 лет, имеющих высшее образование. Это огромная цифра. Так вот, на лекциях эта молодежь говорит о том, что их перспективы в стране весьма туманны. То есть эти люди заканчивают университеты с тем, чтобы потом делать карьеру в различных видах, типах человеческой деятельности. Кто-то в бизнесе, кто-то в медицине, кто-то в госструктурах, кто-то в промышленности. Но дело в том, что территория Израиля, тип его экономики задают некоторую, как я говорил, конечность для развития, емкость внутреннего рынка в том числе. Поэтому эти люди, окончив университеты, для них оказывается невозможным получить профессию и работать по специальности, полученной в ВУЗе. Поэтому очень большая часть молодежи Израиля собирается в будущем эмигрировать для того, чтобы иметь возможность делать свою карьеру, благополучие,
реализовывать амбиции. Амбиции, честолюбие и прочее, да. Но согласитесь, отток молодежи образованной, ведь это является некоторым скрытой болезнью общества, когда уезжают те, кто могли бы составить базу, стержень общества, государства через 20 лет. Как один из примеров, как обстоит ситуация в бизнесе, те, кто хотят начать делать бизнес в Израиле. Это будет интересно, я думаю, вашим слушателям. Дело в том, что среда, бизнес-среда в Израиле настолько сверхконкурентна, настолько сверхзаполнена. Это, знаете, как вот цементные блоки, бетонные блоки, зацементированные, уложенные на один на другой. Для того, чтобы открыть свой бизнес в Израиле или начать свое дело, нужно найти какую-то нишу. А ниши все забиты и заполнены десятилетиями до сегодняшнего дня. Любое желание открыть ресторан, там, булочную, автомастерскую, сервис, выпуск там, пластиковых окон наталкивается на то, что уже в соседнем квартале таких бизнесов 5 или 10. То есть я бы это сравнил с тем, как новому молодому израильскому бизнесмену в этой стене из состоявшегося бизнеса, который десятилетиями там строился, там зубочистку в щель негде вставить. Вот такая плотность бизнеса в Израиле. Поэтому 99% из тех, кто хотел бы открыть свое дело, не могут себе позволить ввиду слишком плотной и сверхвысокой конкурентности. Но есть же и другая часть молодежи. Это те, кто хотят служить стране и идеям. Это те, кто ментально или в силу склада характера, в том числе, хотят служить государству. На лекциях студенты мне говорят, вот, хорошо было предыдущему поколению. Это те, кому сейчас 50, 60, 70 в Израиле. Они могли позволить себе дерзкие мысли, авантюры, подвиги. Эти люди выходили как фронтиры, отвечая на любые вызовы цивилизации, народов, государства. А что они предлагают эти люди, а на это жаловались студенты, нынешнему молодому поколению? Они предлагают ему делать десятилетиями карьеру, начиная с младшего стажера до старшего специалиста. Хотя сами эти поколения, которые сегодня у власти, сами, когда строили государство Израиль, когда создавали государственность, когда создавали медицину, образование, промышленность, они жили совсем другим временем, совсем другими вызовами и совсем другими, что это важно, возможностями. Поэтому сегодня, заканчивая эту тему про молодежь, могу сказать только одно. Сегодня, если вы не родились, как в Израиле говорят, с ложкой во рту, то есть и ваши родители не сверхбогаты, и вы хотите начать свою жизнь с чистого листа, для того, чтобы как-то состояться, у вас почти единственный выбор – это служба в армии. Но служба в армии подходит не для всех типов человеческих характеров, не для любой человеческой натуры. В результате началось то, чего не было до этого никогда. Все большее количество молодых, образованных, еврейских, юношей и девушек не связывают свое будущее с Израилем. А это, я бы сказал, очень тревожный сигнал. Хорошо, проблемы израильского государства вы описали. Проблемы местной молодежи также обозначили. И что дальше? Дело в том, что у этой проблемы, важной, казалось бы, нерешаемой, есть решение, есть ответ. Называется он «Небесный Иерусалим». В дальнейшем термин «Небесный Иерусалим» я буду использовать так же, как «Новый Иерусалим», «Новая земля». Но чтобы было понятно вашим зрителям, что все это обозначает одну и ту же территорию, один и тот же проект. В главе 21 книги Откровения Иоанна Богослова, которая является последней книгой Нового Завета, сказано, что богоизбранный и богоспасаемый народ обретет землю Нового Иерусалима, на которой после этого будет продолжить свой путь к счастью и к процветанию. По нашему мнению, земли Нового или Небесного Иерусалима расположены на юге Украины. Это 5 областей. Это Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесские области.
Именно на территории этих областей в дальнейшем будет создан новый Иерусалим, который позволит продолжить развитие и земной путь для всего еврейского народа. Мало того, но именно в Новом Иерусалиме исполнится и вековечная мечта украинского народа. Это не безвиз. Многие люди ошибочно считают, что мечта украинского народа – это безвиз. Это не так. Сколько этой мечте лет? 3-4 года. Есть одна мечта, которая 25 лет существует в душе и в головах у украинцев. И называется она «Пенсия 500 евро». Именно это является главной и вековечной мечтой украинского народа. Только в 91 году это было 500 марок, а потом стало 500 евро. Ни одна мечта. Пройдет год-два и без визы забудет. Но пенсия 500 евро навсегда, пока будет существовать украинский народ, будет жить, эта мечта будет жить вместе с ним. Так вот, на территории этого небесного Иерусалима эта мечта исполнится. Почему этот проект важен для всего человечества? Потому что это единственный созидательный проект за последние 50 лет цивилизационного масштаба. Оглянитесь, что было за последние годы, десятилетия? Войны, разруха, голод, нищета, агрессия, терроризм. И только проект Нового Иерусалима впервые за десятилетия для всего человечества является общий, будет являться общий и созидательный. Но это еще не все. В той же 21 главе сказано, что евреи всей земли в основании небесного Иерусалима соберут богатства, накопленные ими за всю предыдущую жизнь. Но что такое богатство, описанное в Новом Завете? Что это в современном мире? Это инвестиции, технологии, это инфраструктура, это интеллектуальная собственность, это передовая наука. Именно все это ожидает в будущем землю Нового Иерусалима. Новый Иерусалим будет развиваться так динамично и так сильно, что через некоторое время даже страны Европы будут казаться для него далекой провинцией. И в ближайших целях Нового Иерусалима будет это обогнать такие страны, как сам, важно, коренной Израиль и, возможно, Сингапур. А то, что это случится, нет никаких сомнений. Ну вот, исходя из масштабности вашего проекта, полагаю, имел место быть вот некоторый резонанс в обществе, в израильском. И, наверное, реакция местных СМИ. Разумеется. Реакция была самая благожелательная по отношению к этому проекту. И многие израильские СМИ, мы сейчас говорим о, которые работают на иврите, они отреагировали статьями различными, в частности в прессе, и мы привезли вот несколько газет, которые захватили с собой, когда уезжали из Хайфы, для того, чтобы можно было продемонстрировать нашим зрителям. Сейчас я попрошу, и Сара принесет. Сара, принесите, пожалуйста, прессу, где есть отзывы о нашей поездке, о наших лекциях. И, пожалуйста, чтобы мы не листали очень долго, закладочки вложите, чтобы можно было быстрее открывать и показывать. Вы увидите, насколько восторженная была реакция израильской прессы на наш проект. То есть заразили своими идеями? Это не за один раз. Это заняло определенную часть жизни, чтобы эти идеи, сначала посеянные в землю и удобренные, начали прорастать и давать всходы. Очень интересно будет посмотреть отзывы израильской прессы на наш визит, я бы даже сказал, на нашу миссию. То, как они это освещают. Разумеется, это не вся пресса, которая отозвалась об этом, но та часть, которая у нас есть, мы покажем. Вот, пожалуйста, фотографии, заголовок. Скажите, я так понимаю, что еще не все ваши зрители знают иврит, и лучше мне переводить, наверное, да? Ну, не все, точно не все. Хорошо. Вот вы видите заголовок. «С любовью в сердце на пути к небесному Иерусалиму».
Следующая газета. Хорошо, что есть закладки, очень быстро мы найдем, мы начали листать долго. Вот эти все. Вот. Вот заголовок. Нам нужен новый Бен-Гурион. Вот такой отзыв. Следующая, это... Следующая газета. Пожалуйста. Здесь написано «Сделаем небесный Иерусалим великим». Следующее. Пожалуйста, заголовок. «Небесный Иерусалим. Начало». То есть, как вы видите, достаточно позитивная реакция. Вот. Ну и здесь, вот на кафедре со студентами, здесь статья называется так. «Проповедник или праведник». Ну и другие, листать нет смысла. Любой ваш зритель может по интернету заказать все эти газеты и сам почитать, о чем там пишется, и как достаточно положительно воспринимается данный проект. Довольно впечатлительно все это выглядит. Я даже не спрашиваю название газет этих. Вся израильская пресса, все основные газеты в той или иной степени отозвались на эту идею, которая, мы очень надеемся, в течение ближайших лет станет основной цивилизационной идеей государства Израиля. Но мы также знаем, что в Израиле много ресурсов русскоязычных. Да. И печатных, интернет, ютубных. Освещали ли они вашу жизнь? Вы знаете, мы об этом говорили очень подробно с Алексом Векслером. Это известный израильский журналист, работающий в Нью-Йорке. И вот там мы с ним делились впечатлениями, почему русскоязычная пресса как бы в некотором смысле умолчала или промолчала, проигнорировала эту миссию. То есть сразу реакция не последовала? Сразу не последовала. Вот. По мнению... Я не специалист, еще раз скажу, я не специалист по израильской прессе, тем более по русскоязычной. Но после разговора с Алексом Векслером есть такое мнение, что вся русскоязычная пресса, СМИ, русскоязычное телевидение Израиля по-прежнему находится на коротком поводке у Кремля. И вы знаете, как там проходят сигналы. Сначала СВР в Ясенево, потом КГБ на Лубянке, потом администрация Старой площади, потом Ильинка, потом в Кремль, потом обратно. И только тогда, по его мнению, только тогда, когда Кремль выработает свою стратегию в отношении этого проекта, и тогда уже и русскоязычные израильские СМИ смогут также отозваться об этом событии. Хорошо. Вот вы осветили теоретические аспекты и обосновали даже идеологически. А практика? Сделаны ли какие-то конкретные шаги на сегодняшний день в этом направлении? Кроме административной работы, кроме подготовки финансирования, идеологической работы, самое важное и самое интересное, что я считаю, произошло в январе этого 2017 года, когда первый пароход с переселенцами из Хайфы приплыл в Одессу, и первые 183 еврейских переселенца приехали на Украину, чтобы строить здесь новый Иерусалим. Когда нас провожали в Хайфе, собралась огромная толпа народа. И представьте, солнце, свежий морской ветер, сотни провожающих. Было 174 переселенца, но во время проводов еще 9 человек махнули на всю рукой, на всю свою жизнь в Израиле. И также с нами на пароходе, слава богу, что у нас безвизовый режим с Израилем, не нужно никаких специальных приглашений, решили плыть и строить небесный Иерусалим на земле Украины. И вот мы, белый пароход, великолепная погода, тепло, солнечно, молодежь вся загорела, Сара в том числе, посмотрите, какая темная. И вот мы плывем на пароходе и поем известные песни на иврите, переводим их и поем. И так как недавно была Ханука,
Мы прямо на открытках после Хануки делали переводы. Ну вот, и все эти люди, объединенные общей идеей, общим порывом, хором, акапелла, исполняли прекрасные песни. У меня остались эти записи. Сарат, вот вон открытки, да. Да, вот эту, дайте мне все, пожалуйста. Вот, я вам сейчас покажу. Это великолепно, мне кажется. Спасибо. Вот, вот, например, я, к сожалению, еще не могу, не так знаю иврит, чтобы переводить стихотворение, но по темпо-ритму я смогу перевести. Вот такая прекрасная песня, которую мы пели все хором на иврите. Называется она «Goodbye, Израиль». Когда умолкнут все песни, которых я не знаю, в терпком воздухе крикнет наш белый пароход. Goodbye, Израиль, оу, страна, куда я, возможно, больше никогда не вернусь. Прощай навсегда, возьми шафар, сыграй мне на прощание. Мне стали слишком малы твои земные размеры. Нас так долго учили любить твои запретные плоды. Goodbye, Израиль. Великолепная песня. К сожалению, малоизвестная. Или другая песня. Вот. Вот кто владеет, можете для себя переписать. Я думаю, еще не раз вы с друзьями споете ее. Называется она «Надежда». Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами и города, взлетные огни аэродромов. Там у вас туманы и дожди, там у вас холодные рассветы, там на неизведанной земле ждут замысловатые сюжеты. Это относится вот к из солнечного, яркого Израиля, приехать в несколько слякотную Одессу. Поэтому эта песня была очень под настроение. Ну и важно то, что когда наш пароход «Кристина» назывался, красивый белый пароход «Кристина», практически по стоячей воде заходил в порт Одессы, и мы видели, как уже на берегу собралась толпа встречающихся, первых переселенцев, администрация порта, таможня, с какой радостью это все было. Вы знаете, вот тихо-тихо корабль заходит в порт, и я вспомнил, мне привиделось просто, я вспомнил первое откровение Иоанна Богослова. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря больше нет». Но еще важнее то, что мы привезли на Украину из Израиля шафар. Шафар – это культовый еврейский духовой музыкальный инструмент, традиции которого восходят к Моисею. Этому инструменту более 3500 лет. Сейчас, я думаю, мы большой радостью покажем вашим зрителям, объясним, в чем смысл этого инструмента. Я думаю, что Сара сейчас принесет. Возьмите, пожалуйста, открыточки наши. Вот. И принесите, пожалуйста, нам голову с рогами, чтобы показать нашим зрителям. Вот. Посмотрите. Да, спасибо. Это череп барана с рогами. Шафар изготавливают также из рог орикса или куду.
но это уже африканские течения евреев из Африки. Традиционно, во всяком случае, в Талмуде написано то, важно, чтобы шофар был сделан из рога барана. Когда мы привезли в Одессу и начали растамаживать данный биологический материал, то, конечно, одесситы не были подесситами, если бы на таможне таможенники не сказали: записываем биологический материал в виде чего? И они между собой шутили, говорят, в виде портрета рядового украинского избирателя. Конечно, я так не считаю, но это одесситы, что с них взять? Так вот, до сегодняшнего дня на Украине никто не изготовлял шафар. Шафар – это рог. Вот, это будет один шафар, и из второго рога будет второй. Так вот, с нами в числе переселенцев приехали два человека, которые могут изготавливать шафары и будут их делать на Украине. И наступит то время, когда однажды в одно утро один шафар затрубит в Днепропетровске, а другой шафар затрубит в Одессе. И тогда в это мгновение, когда эти два трубных звука сольются в один, можно будет сказать, что небесный Иерусалим пришел на свою землю. Вы с таким упоением рассказываете о шафаре, что меня одолевает жажда спросить, когда вы впервые услышали звук шафара и какие чувства он вас пробудил? Это было, кажется, в 2011 году, когда мы вместе с Николаем Азаровым и Эдуардом Ставицким прилетели в Израиль. Мы решили сразу же поехать в Цфат, туда, где 2000 лет назад в горах Галилеи прятался великий рав Шимон бар Йохай. Там, где он со своими учениками написал великую книгу Заар, мы спустились в пещеру и присели на камни. Из узких окон, вырубленных в стенах, струился свет. Вдруг, внезапно, из-под земли раздались прерывистые звуки шафара. Они, как огненная меркава, подняли нас над землей и снова пустили на землю. Это было как чудо, и мы все превратились в одну пылающую точку. Ну и в заключение хочу сказать, что данный баран был добыт и забит недалеко от горы Сион по законам кашрута, с соблюдением всех правил кошерной шхиты. Вот такая история. Вы вот поведали интересную историю о еврейских традициях. Ну, давайте все-таки вот вернемся к Украине. И здесь крайне любопытно, почему именно эта территория была выбрана еврейским народом для нового Иерусалима. Но прежде всего так сложилось исторически. Как вы помните, именно на этой территории 400 лет существовал великий хазарский каганат. И 400 лет на этих землях существовало иудейское государство. Кроме того, существует историческая преемственность связь времен. Как вы знаете, с 1924 года по 1944 год советским правительством рассматривался вопрос создания еврейской советской республики в Крыму. А это рядом. И, как вы знаете, только конфликт в новообразованного Израиля с СССР поставил на этом проекте крест. А так все шло к тому, что в Крыму будет еврейская автономия или еврейская советская республика. Это первое. Второе – это военная причина. Мы все знаем, что Израилю постоянно угрожает военная опасность со стороны соседних стран. Сегодня их население больше чем в 10 раз выше населения Израиля. Мало того, со временем, возможно, и их военная мощь вырастет не только как человеческий потенциал, но и технический. Поэтому, если будет существовать отдельная другая территория, но не так далеко, а так, чтобы, например, ракеты среднего радиуса действия достигали,
то совершенно бессмысленно будет атаковать Израиль, вот маленькое государство Израиль, понимая, что недалеко на севере существует территория в 7 раз больше, чем сегодняшний Израиль, несомненно, более экономически мощная, с гораздо большим населением, которая в случае чего может дать агрессору ощутимый и болезненный ответ. Следующая причина – это географическая. Хочу сказать, что, давайте так, помните, каким фиаско закончилась еврейская автономия в Биробиджане? И главное, одна из главных причин была – это климат. То есть не может существовать небесный Иерусалим вместе с плохим климатом. Мало того, это должно быть на берегу моря, потому что между Израилем и Новым Иерусалимом должно быть прямое сообщение по воде. Никакой другой территории, подходящей под эти признаки, не существует. Следующее – этнографически. В этом Новом Иерусалиме будет два центра – Днепропетровск и Одесса. Днепропетровск – это как это золотая роза синагога. Это самый большой еврейский культурный центр на земном шаре. Это самые богатые и влиятельные люди области. Это самая большая хаббатская община в постсоветских странах, а может быть и во всей Европе. Одесса – это исторически, культурно и духовно сложившийся еврейский центр, который существует поколениями. Именно оттуда вышли великий сионист Владимир Жаботинский. Именно оттуда вышли многие великие люди, которые известны. Можно вспоминать и Ойстраха, и Вассермана, и Утесова, и Жванецкого, и многих других людей. То есть Одесса всегда исторически была культурным и духовным, одним из культурных и духовных центров еврейства. Кроме того, эзотерическое, каббала. Мы говорим, что Новый Иерусалим должен состоять из 5 областей. И, например, что Запорожская область должна входить в Новый Иерусалим. Если мы уберем Запорожскую область, то остается 4 области. Давайте посмотрим, что каббала говорит по поводу цифры 4. Это неустойчивое равновесие, агрессия и неспособность к развитию. И возьмите цифру 5, 5 областей. Это развитие, это гармония, это возможность самосовершенствования. Следующий пункт. Кто что может нам сегодня сказать о будущем Крыма через 30, 40, 50 лет? В случае, если российское правительство вернется к вопросу о том, что российским евреям нужно все-таки передать Крым, то тогда Крым очень логично станет 6-й областью Нового Иерусалима. А что говорит цифра 6 в Каббале? Она говорит, шестерка – это обретение вечного дома. Ну и мистическое – шафар. Если вы возьмете шафар и наложите его на карту этой территории, то выяснится, что своим основанием рога, там, где изобилие считается, он опирается на Днепропетровск и Запорожье, а это именно там экономика, заводы, горно-обогатительные комбинаты, металлургические комбинаты, делает изгиб и самой напряженной частью достигает Умани, там, где находится могила великого рава Нахмана, и своим острием, то есть там, где у шафара отверстие, в которое именно трубят, то есть, а это там, откуда исходит дух, оно упирается на Одессу. То есть совершенно мистическое совпадение, которое было мне открыто в главной синагоге в Киеве. А не думали ли вы над возможной проблематикой, как местное украинское коренное население отреагирует на подобный проект? Думалось и говорилось не раз. Дело в том, что территория этих 5 областей на глазах безлюдеет и дичает. Если сегодня вы сядете в автомобиль, то проехав по совершенно убитым и разбитым, грязным дорогам, с мусором по обочинам, где через каждые, может быть, 15 километров встречается какая-то бетонная автобусная остановка, полностью загаженная.
вы увидите, что эта территория сегодня, она превращается просто в какую-то зону, которую покидают люди. Население территории 5 областей составляло совсем недавно 9,5 миллионов. Прошло 10 лет. Сегодня на этой территории живет меньше 8 миллионов. И убыль населения продолжается. То есть сегодня на территории в 7 раз больше, чем территория Израиля. А может, ну, если считать оккупированную территорию, не считать. Так вот, если не считать даже, эта территория в 7 раз больше, чем территория Израиля, проживает население меньше, чем на территории Израиля, половину из которой составляет пустыня. Мы ожидаем наоборот, что когда начнется строительство Нового Иерусалима, то наоборот, со всех областей Украины, с запада, с севера, с востока, с юга, со всех территорий, наоборот, люди начнут стекаться и пытаться получить возможность осесть, жить и существовать, и работать, разумеется. То есть эта территория с востока будет граничить с Донбассом. На севере у нее будут украинские области, а на западе будет Винницкая область, которая будет служить некоторым буфером между Новым Иерусалимом и в достаточной степени антисемитской Западной Украиной. И когда некоторые говорят, почему только эти 5 областей, почему сюда не добавить Харьковскую область, где очень сильное еврейство, Киевскую область, которая практически находится также в зоне влияния украинского еврейства, почему сюда не добавить родину нынешнего премьера Гройсмана, Винницу, где также очень сильные позиции евреев. Мы говорим, нет, не нужно. Никто не знает, что будет в ближайшие годы с Харьковской областью, с Киевской областью. Может быть, это зона большого конфликта между Россией и Украиной. Мы не знаем, на Западной Украине это будет Польша с Румынией, с Венгрией, или это будет что-то другое. Поэтому Небесному Иерусалиму очень важное окружение, благоприятное окружение, добрососедское окружение со всех сторон украинскими областями, которые будут служить некоторой защитой этой территории, этого мира от внешних агрессивных сил. А вопрос столицы рассматривали? Конечно. Очень многие вопросы рассмотрены и изучены. То есть выбрана модель, по которой существуют многие развитые государства. Вашингтон, Нью-Йорк, Берлин, Франкфурт, Стамбул, Анкара, Алма-Ата, Астана. Также будет политической и деловой столицей Нового Иерусалима будет Днепропетровск, а культурной столицей и туристической столицей этой территории будет Одесса. Хорошо, выглядит это все достаточно логично и обоснованно, но неужели никаких противников и никаких препятствий? Давайте подумаем, кто будет против? Возьмем Украину. Кто на Украине будет против этого проекта? Порошенко? Яценюк? Тимошенко? Гройсман? Кличко? Фирташ? Пинчук? Коломойский? Назовите мне, кто на Украине из значимых людей будет против этого проекта. Но голос этих людей не слышен за пределами Украины или имеет не такое уж большое значение. Но давайте посмотрим на соседние страны. С востока на запад. Возьмем Казахстан. Кто из казахстанских миллиардеров будет против этого проекта? Александр Машкевич? Тимур Левин? Сомневаюсь. Давайте возьмем Россию. Может быть, президент Путин будет против этого проекта? Может быть, премьер Медведев? Может быть, Жириновский? Может быть, Фридман? Может быть, Вексельберг? Может быть, Ротенберг? Кто? Покажите, я хочу знать, кто в России будет против этого проекта. Идем дальше. Германия. Ангела Меркель. Представляете, она выходит в Бундестаг на трибуну и говорит: германское правительство считает,
что новое поколение евреев не должно жить на Украине. Да сама мысль о том, что она такое могла произнести, ее вгонит в холодный пот и ужас до конца ее политической карьеры. Может быть, Оланд будет против? Может быть, Тереза Мэй? Может быть, Дом Ро? Может быть, Абрамович, живущий в Лондоне, будет против этого проекта? Перенесемся за океан? Дональд Трамп? Да, возможно, Дональд Трамп, чья дочка Иванка сейчас пришла в иудаизм и взяла себе имя Яэль. Да, именно Дональд Трамп будет против этого проекта, чей зять известный представитель еврейской династии. Может быть, дом Рокфеллеров? Может быть, Федеральный резерв США будет против этого проекта? Может быть, магнаты Голливуда, может быть, звезды Голливуда будут против этого проекта? Может быть, Facebook с Марком Цукербергом будет против небесного Иерусалима, где могут спастись миллионы евреев? Может быть, Брин с Гуглом? Покажите мне. Мне также интересно, кто может быть против этого проекта? Скорее всего, все обернется иначе. Вернее, оно уже обернулось, так уже есть. Вы знаете, сейчас будет очень важен визит к Папе Римскому, который должен организовать Виктор Пинчук, потому что необходима поддержка католической церкви. И к Папе Римскому на встречу по поводу создания Небесного Иерусалима от Украины пойдут 4-5 главных представителей. Это Виктор Пинчук, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский и Ренат Ахметов, как представитель нееврейского народа, но который также может поддержать эту идею. И важно, что они донесут Папе Римскому, что это за последние 50 лет, за последние десятилетия единственный цивилизационный проект, который направлен на созидание, а не разрушение. Поэтому мы очень ожидаем, что католическая церковь также поддержит этот проект. А зачем вам тогда еще поддержка католиков, если весь мировой бомонд поддерживает этот проект? Как я уже говорил, этот проект направлен на благосостояние. Главная его цель – это благосостояние украинцев. И очень важно, чтобы католическая церковь донесла до своей паствы, которая находится на Западной Украине, что этот проект не направлен против них, а что это общий, созидательный, общечеловеческий пример совместного проживания в любви и созидании. Ну, один из основополагающих вопросов любого государства – это его экономика. На чем будет базироваться фундамент экономики нового Иерусалима? Фундамент, экономический фундамент под Новый Иерусалим уже заложен божественным провидением. Приведу вам несколько примеров. Сегодня на земном шаре официально 1500 миллиардеров. Неофициально, их 4500. Сегодня на земном шаре каждую неделю отходит в мир иной 2-3 миллиардера. Неофициальных, так скажем, да? Ну, или хотите официально, каждую неделю один. Так вот, эти люди со своими миллиардами в конце жизни имеют важную для них задачу. Кому оставить наследство свои миллиарды? Они оставляют это детям, внукам, родственникам, но кроме этого еще остаются миллиарды. И они понимают, что отдав все родственникам, они в некотором плане вредят им, потому что они, получается, поколение, которое ничего само не заработало. И желая оставить после себя какую-то память, какой-то смысл своей жизни, они начинают наследовать эти деньги, потому что им нет приложения там,
каким-то, дай бог, приютом для животных, отправляет на спасение каких-то болот в Амазонке, отправляет на спасение там, тюленей, нерп. Все это очень важно. Но гораздо важнее для них приложить свои деньги к проекту, которым будет человеческая память и вековая благодарность. Посмотрите, в Израиле помнят всех своих святых и тех, кто участвовал в обретении Израиля, своей земли, на тысячелетия. Так вот, все эти миллиардеры, если они захотят остаться в истории этой земли и в земной истории, они, конечно же, будут жертвовать миллиарды, наследовать этой территории. Кроме того, конечно же, это будет помощь от миллиардеров Казахстана, России, от мультимиллионеров и миллиардеров-выходцев из Азербайджана, из Армении, из Грузии, так называемых горские евреи, правильно? Это будет помощь государства России, это будет помощь государства Германии, которая будет вся, передать, будет давать деньги, технологию и технику, имущество этой стране. Это будет помощь Европейского центрального банка. Это будет помощь банка Англии. Это будет помощь дома Ротшильдов. Это будет помощь всех европейских государств. В США, конечно, ожидается помощь от США как государства, от Федерального резерва, от сотен семейных фондов миллиардеров и мультимиллионеров. Ожидается помощь от Голливуда, от магнатов Голливуда. Ожидается помощь от таких мегакорпораций, как Apple, как Facebook, как Google и прочих. Просто называть их все не хватит времени, по этому поводу нужно читать отдельную лекцию. Еще раз хочу подчеркнуть, что человечество, богатейшие люди, представители человечества, это его часть, давно устали и соскучились, и давно алкают какого-нибудь проекта, который был бы направлен на созидание, на создание чего-то нового, причем успешное создание, не химеру никакую, и направлять свои средства, оставлять память о себе, строить на территории Небесного Иерусалима университеты, школы, создавать там фонды, создавать там компании. Все это с большой радостью и с большим успехом будут делать все компании, все люди, и богатые, и не очень, и все государства на нашей земле. И, наверное, последний вопрос, возможно, он и самый главный. Вот вспоминаются слова Сталина, что кадры решают все. И применительно к новому проекту, к новому Иерусалиму, я думаю, что этот вопрос станет фундаментальным. И известно ли вам, кому будет доверено управление новым Иерусалимом? Этот вопрос давно прорабатывается. Согласно пункту 13, 21 главы книги Откровения Иоанна Богослова, сказано, что небесным Иерусалимом будут управлять 12 апостолов. 12 открытых апостолов и 1/13 как скрытый апостол. Поэтому для руководства этого образования создан Совет Благоволителей. Так он называется. Совет Благоволителей. Состоящий из 12 открытых апостолов и из одного скрытого. Первый, так называемый, скрытый апостол – это вечный, непереизбираемый председатель. В память о Голди Мейер, о ее трудах на благо еврейского народа, она избрана вечным председателем. Плюс к тому, как вы знаете, она киевлянка, и в некотором смысле это для нее возвращение домой. Председатель-премьер будет Беньямин Нетаньяху. Как вы знаете, это внук российского раввина, который сейчас премьер-министр Израиля. И ввиду того, что нельзя совмещать должности, после завершения своего срока премьерства он приступит к обязанностям. Вопросы обороны будет решать Авигдор Либерман.
нынешний соратник Нетаньяху, который после заключения каденции, завершения каденции будет ответить вопросами обороны Нового Иерусалима. Кстати, он родился в Кишиневе. Следующее – это спецслужбы и безопасность. Их возглавит Яков Кедми. Он, конечно, не настолько известен, как Либерман или Нетаньяху, но, тем не менее, это очень сильный профессионал, кстати, родившийся в Москве. Министерство внутренних дел возглавит бывший министр внутренних дел Израиля Натан Щеранский. Крепкий профессионал и убежденный сторонник всех сказанных выше идей. Кстати, родившийся в Донецке. Министерство иностранных дел, так называемые вопросы внешних сношений. Их возглавит Виктор Эскин, известный еврейский традиционалист, который будет яростно отстаивать интересы Нового Иерусалима перед кем бы то ни было. Вопросы СМИ, телевещания, культуры возглавит Владимир Соловьев, как успешный телеведущий, телепродюсер, телемагнат. Спикер Совета благоволителей – это Евгений Сатановский, как один из самых больших специалистов по внутренней и внешней политике Израиля. И юстицию и законность будет курировать известный правозащитник, юрист и политик Татьяна Монтян, которая, как вы знаете, родилась в Крыму и даже в свое время проходила практику в московском уголовном розыске. Конечно, ваши зрители будут вопрос, почему из всех только, ну, из Украины только Монтян. Скажу, что до принятия закона о децентрализации территория Нового Иерусалима будет находиться в украинском правовом поле. Поэтому необходим теоретик, практик и профессионал, который будет отстаивать законность и юстицию на этой земле. Ну и последний, кто был приглашен в Совет благоволителей, это вопросы финансов. На вопрос, связанный с Министерством финансов, так мы назовем, хотя это там называется, там нет таких министерств должностей, там просто вопросы финансов. Это Бен Шалом Бернарки, бывший председатель Федеральной резервной системы США. Вот те позиции, люди, на которых уже выбраны. И когда будет достигнута определенная договоренность, они приступят к своим обязанностям. Ну, а главный раввин? О. Вы знаете, ввиду того, что я не иудей, я стараюсь максимально отстраниться от вопросов веры. Но раз вы спросили, я отвечу. Дело в том, что этот вопрос должен, это его уровень, решить главный раввинат Израиля. Как я вижу, вопрос может быть такой, что откуда будет главный раввин Небесного Иерусалима? То есть вопрос будет, скорее всего, первый вопрос он будет из ашкеназов или из сефардов. Я, ну, в силу моего знания, склоняюсь к тому, конечно, что, скорее всего, будет он из ашкеназов, так как хазари, существовавшие до этого на этой территории, это были в некотором роде далекие-далекие предки ашкеназов. Поэтому думаю, что нам, скорее всего, нужно ждать главного раввина из ашкеназов. Вот такие органы управления. Не знаю, как для вас, но мне покажется, что это одна из самых сильных команд сегодня для любого государства. Игорь Витальевич, ваш рассказ оказался невероятно увлекательным. И хочется искренне пожелать вам успеха. Но у меня остался последний вопрос, и, возможно, неожиданный для вас. С какими словами вы бы обратились к еврейскому народу, чтобы вдохновить его на новое свершение? Не просто. Сейчас. Сара.
3000 поколений израильский народ шел к своему государству. Отцы еврейской государственности за 70 лет построили мощное, современное и эффективное государство. На Украине мы должны пробежать это расстояние за 10 лет, иначе нас сомнут. Сделаем небесный Иерусалим великим.